по направлениям квадрата, которого отмечены середины сторон, середины отрезков, соединяющих центр квадрата с серединами сторон. Давайте посмотрим, сколько всего точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, тринадцать точек. Давайте расставим координаты. Пусть вот здесь у меня будет начало координат 0,0, здесь будет точка 1,0, здесь 2,0. Направление называется прямая, которая проходит через начало координат. И при этом такая, что если провести параллельно, то параллельная прямая может пройти через две или более точки на этой картинке. Давайте я отмечу сейчас некоторые из этих направлений. Ну, совершенно понятно, вот такое направление. Разумеется, горизонтально. Смотрите, вот это направление под 45 градусов, оно такое, что поэтому его отмечать отдельно не нужно. А вот такое направление, новое, видите, здесь две клеточки пройти, здесь одна. Поэтому обязательно его отмечать нужно. Ну, разумеется, вертикальное, да? Вертикальное, горизонтальное, конечно, у нас есть, да? Так, уже я отметил 4 направления. Ну, на самом деле, конечно, гораздо больше. Потому что можно идти вот сюда, в середину, можно идти сюда, куда еще можно идти? Можно идти вот так, видите? Две клеточки вниз, одну вбок. Поэтому это вот тоже направление. Или можно идти вот так, одну сюда, две сюда. Поэтому вот это вот будет тоже направление. 8 направлений я уже ответил. Вопрос, есть еще или нет? Есть. Если есть, скажите, пожалуйста. Да? Из угла в середину. Три-две. Три клетки. Справа, из какого угла? Клетки справа, вверх. Вы координаты называете? Координаты. Да. Из левого верхнего. Координаты. Минус два, минус два, это вот. В 1,0. В точку с координатами 1,0. Хорошая штука. На три клетки по горизонтали и на две вверх. Да? Действительно, такое есть. Так, только интересно, как мне ее рисовать. Наверное, так и придется. Придется откладывать здесь вот три клеточки, перейти сюда и так рисовать. Замечательно. Но поскольку у нас картинка симметричная, то давайте я нарисую и сюда тоже. Да? Как выдерживает? Ну, повернуть 90 градусов можно. Ну, то есть, на самом деле, нужно отсчитать здесь 2, а здесь 3 клетки. А если не да, 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 вот так. Вот так. И здесь то же самое. Три клетки вверх, сюда две. Это хорошо. Пора считать направление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Отлично. На этой картинке 13 точек. И 12 направлений. 13 точек и 12 направлений.